Завершено расследование уголовного дела по факту убийства жителя Пугачева Руслана Маржанова. Напомню, в нем обвиняется 17-летний Али Назиров. Согласно последней информации, ему инкриминируют убийство из хулиганских побуждений и покушение на убийство, совершенное группой лиц также из хулиганских побуждений. По версии следствия, 6 июля прошлого года несовершеннолетний Назиров вместе с тремя взрослыми братьями спровоцировал драку с Маржановым, в ходе которой нападавшие нанесли молодому человеку 17 ранений скальпелем. Объем материалов уголовного дела составил 30 томов. Туда вошли опросы 150 свидетелей и результаты 50 судебных экспертиз. В настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.